В советские годы в усадьбе Тимохова-Салазкина располагался Видновский областной спортивно-технический клуб. Жизнь била ключом. Здесь жили студенты, шли лекции, занимались спортом. Некогда бурная жизнь сменилась на тишину и пустоту. Комната для лекций по политинформации. Напоминает о том времени разве что вздувшийся паркет палубной кладки, да массивные шкафы, покосившиеся от старости. А вот в остальном сырость, грязь и разруха. Трудно представить, что в таких условиях можно прожить хотя бы день. Но вот нас встречает Ирина, как ни странно, местная жительница. Позвякивая ключами, она идет к себе домой. Вернее, туда, где она вынуждена жить согласно своей прописке. Ирина помнит еще те времена, когда это здание не было в таком плачевном состоянии. Ну, здесь у нас клуб был, первый этаж административный, скажем так. Быстро продвигаясь в кромешной темноте, свет на первом этаже отключили еще в 2013 году. Попадаем на второй. Здесь когда-то и было жилое помещение для студентов. Это моя комната. Маленькая комнатка для Ирины и спальни, кухни, элементарных удобств, ванны и туалета здесь нет, как и воды. Поэтому воду женщине привозят ее друзья в баклажках. Что значит такое вода? Это когда она у тебя льется, ты ее не замечаешь. А когда тебе ее приносят, и когда ты ее ждешь, эту воду, чтобы там даже тот же чайник воды налить, там или что-то покушать, или что-то там помыть, ту же посуду, да, как бы... Ирина предусмотрительно купила газовый баллон, аккумулятор на случай отключения света, а еще снегоуборщик, потому что устала чистить снег во дворе лопатой. Правда, в этом году и не пришлось. Ирина перенесла тяжелую операцию и сейчас продолжает курс лечения, получила вторую группу инвалидности. Оттого и жить в таких тяжелых условиях стало для нее просто невозможно. Но спортивное прошлое закалило характер. Мотокросс, шоссейно-кольцевые гонки, ипподромные гонки, член сборной России и Союза с 86 по 92 год. Неоднократный чемпион, призер СССР, РСФСР. Именно тогда, в начале 90-х, Ирину и прописали на ныне именуемом объекте культурного наследия. А потом предложили переехать. Но только куда не уточнили, а ей и некуда. В 2012 году начались судебные тяжбы. Собрав за это время приличный пакет документов, писем, постановлений, обращений, Ирина признается, устала, надоела ходить по кабинетам. И уже суд предписал дать квартиру в новеньком микрорайоне Бутово парк. И даже адрес точно указан. Вот только ВОЗ и ныне там. Ирина вот уже больше года чего-то ждет. То один документ, то другой находится на рассмотрении. Сейчас ее дело в договорном отделе. И это должна быть последняя ступень, ведь дальше только ключи получить. А пока Ирина прогуливается во дворе своего будущего дома, и настроение ее на глазах улучшается. Ей нравится говорить о своей будущей квартире, но не о новой мебели или кафеле в кухне, а о тепле, воде и уюте, которого ей так не хватает. Екатерина Чернышова, Владимир Бежонов, Видное ТВ.